всех стоит подпись Каминской. Владислав Олегович, мы говорим про правила погоджения с котами и собаками. А я говорю о том, что вам предоставим... Это в ихнем ведении. Ну, к чему это, Владислав? Это в ихнем ведении. Сегодня нужно проверить полностью работу управления, после этого делать какие-то... Причем есть коты и собаки? Коты и собаки относятся к ихнему управлению. Хорошо, давайте. Лепишев просит слово. Поддерживаю коллегу. Полностью согласен, что деревья мы не полностью не разбериха, и мы будем разбираться. У меня вопрос следующего характера насчет котов и собак. Меня интересует